Сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в торговле наркотиками. Полицейские поймали южноуральца с запрещенными веществами. В ходе досмотра у этого мужчины было обнаружено и изъято 60 граммов наркотика. За что задержаны? За незаконную попытку сбыта наркотических веществ. То есть вы сбывали наркотические средства? Это кадры допроса задержанного. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Челябинской области. Полицейскими установлено, сбыт наркотиков мужчина вел через соцсети бесконтактным способом. По данному факту в отделе полиции Центральной МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь мужчине грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Тем временем в МИАСе накрыли подпольную нарколабораторию и задержали 43-летнего местного жителя. Его застали прямо за производством очередной партии запрещенных веществ. Полицейские изъяли 52 грамма вещества, лабораторное оборудование и прочую аппаратуру. Против южноуральца возбудили уголовное дело. Ему грозит тоже до 20 лет лишения свободы. Сейчас выясняют, для кого он готовил наркотик.